Здравствуйте всем, я из Одессы, с Украины. К сожалению, в стране у нас продолжается война, но мы надеемся, что она действительно быстрее закончится победой нашей украинской армии, и жизнь станет спокойнее и благодать, как она была до этого. Сегодня хочу опять разобрать ролик наших гостей Юлии Станислава Салтаненко по поводу, все ли грешники идут в ад, особенно серьезные грешники, которые там убийцы, может быть, или там, не знаю, очень сильные грехи, как казалось бы, думают люди, что прямо они не прощены будут. Так ли это? Иисус пастор навел хороший пример. А преступники, который висел с Иисусом Христом на кресте, представляете? И что Иисус ему сказал? Попадешь ты в рай со мной. А почему ты туда попадешь? А потому что этот преступник признал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, признал его это раз. А он признал Слово Божье, как авторитет Библии, признал Церковь Иисуса Христа и покаялся в своих грехах. Себя самые главные такие моменты, что если мы действительно хотим отправиться в рай, мы должны первое принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и прочитать основу, источник Бога, Трудоленную книгу за основу, возуважать Слово Божие. Счастливы и благодарны. Сами знаете, что такое рай. Это же самое прекрасное, как здесь, на пляже, на море. Только еще бесконечность. Раз и лучше. Поэтому всем желаю иметь действительно настоящие Божьи ценности. Понимать на уровне не только головы, а на уровне сердца, что Иисус Христос наш Господь и Спаситель. И тогда действительно утекается в своих грехах, начинает церковь. Благословение.